В областном центре народного творчества прошла церемония вручения сертификатов об окончании месячного обучающего курса для детей из малообеспеченных многодетных семей в рамках проекта «Дорога в школу». Мероприятие было организовано общественным объединением «Волонтер 2020 Актобе». Вместе с сертификатами детям также были вручены школьные рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Мы в течение месяца готовили маленьких деток к школе, прививали им тягу к знаниям. Сама цель мероприятия – эффективно использовать время молодых людей, мотивировать детей учиться и передавать свои знания. Всего в этом году мы смогли помочь 10 детям. Нашей командой волонтеров были собраны деньги, на которые мы смогли собрать их в школу и сводить в парикмахерскую.